Проект «Новое качество жизни. Ответы на современные биоэкологические вызовы» – это один из 5 стратегических проектов программы развития «Приоритет 2030» Удмуртского государственного университета. Этот проект преследует цель улучшить качество жизни людей за счет разработки и внедрения новых технологий, которые именно были бы таким адекватным и эффективным ответом на те экологические, биологические вызовы, которые сейчас стоят между человеком и природой, человеком и технологиями. Естественно, что такая цель достаточно сложна, и для этого решаются 3 основные задачи. Ну, во-первых, это действительно разработка уникальных научных разработок, технологий, которые позволили бы развиваться новым отраслям экономики, которые бы привели к эффектам, связанным с сокращением отходов, с правильным хозяйствованием, с нашей иной организацией жизни. Во-вторых, это, конечно, задача является содействие развитию новых отраслей экономики, их сейчас называют еще зеленой экономикой. И третья задача проекта – это, конечно, решение проблем социальных, опять-таки связанных с теми экологическими и биологическими вызовами, которыми нам предъявляет современность. И естественно, что такой сложный проект с такими глобальными задачами, он состоит из нескольких подпроектов и нескольких тематических областей. Первая тематическая область касается сохранения природных экосистем в результате хозяйственной деятельности человека. Имеется в виду аграрный сектор, лесопромышленный сектор и, конечно, развитие экоинфраструктуры городских и сельских поселений. И здесь мы надеемся, что будут максимально подготовлены такие технологии, которые позволят вывести сельское хозяйство, лесное хозяйство на уровень современных природоподобных технологий. Вторая из тематических областей – это здоровье населения, биомедицинский подход. И третье направление или третья тематическая область – это промышленная экология. И здесь мы рассматриваем такие технологии, которые позволят утилизировать отходы, технологии, которые позволят проводить мониторинг предприятий, занимающихся утилизацией отходов, причем опасных отходов первого-второго классов опасности и подготовка кадров. То есть весь цикл от производства до подготовки кадров для этого производства. Что мы ждем в результате? Конечно, результатом такого проекта должно действительно стать улучшение качества жизни наших людей через снижение количества отходов, через технологии повторного использования отходов, то есть перевод их из отходов именно в продукцию. Это система мониторинга, которая бы сделали предприятия безопасными. И, конечно же, это те биологические, экологические программы, которые направлены на здоровье населения. Естественно, что университет будет интегрирован не только станет центром разработки таких технологий, он будет интегрирован в научно-производственное сообщество. И тогда возникнут научные центры, возникнут предприятия, а это рабочие места для людей. И прежде всего эти рабочие места будут нацелены на молодые кадры, которые будут закрепляться в регионе и будут способствовать развитию нашей республики.